Рыбакит, папа рисует. Планом. Доброе утро, друзья. Меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит. И сегодня у нас субботник. Субботник с Гамараша, и мы рисуем сегодня Холли. Холли такая принцесса, очень красивая девочка. Такая знаменитая принцесса во всех телевизорах и во всех каруселях она есть. Конечно, все знают «Маленькое королевство», Бена и Холли. И мы ее рисуем. Рисуем восковыми мелками. Такими вот 24 цвета. Мне очень нравится. Нарисуем сначала голову и выберем самый светлый цвет. Телесный цвет. Хорошо бы, чтобы в наборе был телесный цвет. Это важно. Рисуем голову. Холли, большая голова. Ну, она такая и в мультике большая голова, и мы ее закрашиваем, так? Но только нарисуем ей сразу два глаза таких. Ты-ри-ри, два глаза, а вот уже потом можем закрасить. Закрашиваем. Вот так закрашиваем. Торопимся, не очень торопимся, но закрашивать Холли приятно, потому что ты думаешь о принцессах, а сегодня у нас субботник принцесс, мы рисуем только принцессы. Принцессы, они веселые девчонки, я знаю, ну... Почти все. Сегодня мы познакомимся с Несмеяной, кажется, да? Есть такая девочка, и мы царем тоже причислим к принцессам и поговорим про них. А теперь волосики. У Холли красивые волосики, они желтые. И мы рисуем желтые волосики в разные стороны. Они похожи на солому, вот так лежат. Тык-тык-тык, вот так. И мы их рисуем вот так. Две копны волос. Слева и справа. Слева и справа. И похоже, если немножко приглядеться, похоже на Кузю домовенка. Такой же у него такая прическа была прикольная. И вот теперь принцесса с короной. Короной. Карету принцессы. Хорошая идея. Если мы уже нарисовали замок, то карета тоже нужна. Спасибо за идею, потому что я как-то выронил из головы принцессную карету. А, так, голова есть. Волосы есть, тело. Тело малиновое, берем мелок и рисуем вот такое тело. Треугольное платьице. Платьице закрашиваем. Очень ярко получится. Мне нравится. Красивый цвет. Яркий. А теперь рисуем ей. Что у нас есть? Оранжевый возьмем. Рисуем несколько ей волосиков. Чтобы они блестели, они золотые будут. Вот так. Чуть оранжевого добавим. Чуть оранжевого. И в корону чуть-чуть. Здорово. А вот теперь возьмем и нарисуем все остальное. Розовые щечки. Давай с глаз начнем. С глаз черный мелок возьмем. И с глаз начнем. Глаза. Зрачки. Раз. Нарисовал? Зрачки. Сразу нос. Нос. Пик-пик. Нос. Хи-хи. Улыбка. Вот она Холли. Она ожила. Обведем глазки. И нарисуем ей... реснички. Вот такая Холли с ресничками. Красавица. Что еще у нее есть? У нее есть ручки. Такие ручки простые. Ножки тоже вниз. И тоже, и ботиночки тоже простые. Стопы. Все просто. Все у тебя получится. Обведем ей корону, чтобы хорошо было видно. И прическу. И вот теперь Холли у нас готовая. Но у нее не хватает еще волшебной палочки. Со звездочкой рисуем звездочку. Такая вот она улыбается, волшебная палочка. И у нее есть крылышки. Крылышки. Так что я возьму голубой цвет и нарисую два крылышка. Вот так, два крылышка. И их можно закрасить тоже. Вот так, раз. Отлично. Еще одну вещь я вспомнил про масляные мелки и восковые мелки. Очень трудно восковыми мелками смешивать цвета. К примеру, оранжевый и желтый смешиваются, а вот, к примеру, зеленый и желтый уже не очень хорошо. Или зеленый и голубой не очень хорошо смешиваются. А если вы будете смешивать масляные мелки, то у них хорошо смешивается. Вот это я вспомнил как-то. Я сейчас пока рисую, вспомнил. Так, нарисовал. Принцесса, я помню, очень веселый мультик. Всегда мы его смотрим и радуемся. И у него много зелени. И мы нарисуем зелень вот так вот и вот так. Вот так вот. Вот она, наша милая принцесса Холли. Жалко, ее друга не нарисуем, Бена, но в следующий раз. Бена я уже рисовал не раз, так что если ты хочешь нарисовать со мной Бена, то напиши в гугле «Рыбакит Бен» или «Рыбакит Маленькое Королевство», ты обязательно найдешь рисунок. Вообще лучше всего искать рисунки «Рыбакит» именно таким образом. Рисуйте принца, ну сегодня только принцессы, понимаете, принц — это никак не принцесса, они как бы...
друзья, может быть, но, в принципе, только принцесса. И сегодня карету еще буду рисовать сейчас. Придумаем какую-нибудь карету веселую. Сейчас ставлю на паузу. Холли мне нравится. Она самая симпатяга, она добрая, самая милая, самая простая. Его нарисовать, этот рисунок. Есть еще журнал Холли, я знаю, мы читаем Бен Холли, там такой журнальчик веселенький. Тоже советую. Что еще хочу нарисовать? Немножко земли. Вот так. И еще кое-что. Если уж нарисовали небольшую бабочку здесь. Вот бабочку, нарисуем бабочку. Ну, мне кажется, бабочка с Холли дружит всегда, прилетает. Вот такая бабочка у нас. Там же всякие, ну, они большие, конечно, бабочки тоже большие, они же маленькие, эти детки. Так, все, теперь пауза. Сегодня принцев рисовать не будем, только принцесс. Когда мы вот будем рисовать машинки, тогда мы нарисуем принца на машинке. Вот это будет идея хорошая. Так что сейчас пауза на ютубе. Приходите в инстаграм Гамма Раша и Рыбакит, ищите нас и участвуйте в конкурсах по пятницам и субботам.